30 сели на автобус. Хрен знает, сколько еще ехать, но потом включу видео, как будем у бабушки. В общем-то, мы уже приехали с автобуса, поели. Сейчас будем спать, ложиться и встретимся уже завтра. Всем пока. Друзья, всем привет. Сегодня уже наступил второй день. И этот день начинается у нас с утренней зарядки. Короче, сейчас я буду отжиматься. Потом уже пойдем, скорее всего, на реку Кубань, там покупаемся или рыбу половим. Короче, мы уже вышли, сейчас идем до Кубани. Тут, кстати, всего ничего пройти, метров, наверное, 200, как не меньше. И уже будем возле реки. Ну ладно, как подойдем, я потом включу опять. Начинаем подходить. Вот дорога какая тут. Прошивает. Не, пошли на тупик. Там рыбу ловят. Тут, кстати, в этом леске еще грязь почему-то есть. Вон грязь видно. Смотрите, какая красивая речка. Мы, кстати, минут... Ой, не минут. Через пару часиков, может, придем уже покупаться сюда. Да, красиво. Ну, ладно, потом увидимся. Короче, пришли уже на Кубань, сейчас будем купаться. Посмотрите, какие тут эти пчелы большие есть. Я забыл, какая. Шершни называются. Посмотрите по сравнению с пальцем. Прикиньте, такая оса вас укусит. Это капец. В общем-то, друзья, сейчас мы пойдем жарить шашлык. Смотрите, что у нас из этого получается. Поехали. Скоро уже шашлычок будет подходить. Ну, я, короче, буду снимать потом еще, когда начнем жарить. В общем-то, уже угли вон перегорели, уже положили мясо. Кстати, вот вода, перемешанная с уксусом, это чтобы, если огонь будет прожигаться, чтобы тушить. Ну и мясо поливать, чтобы было более сочное. Так. Сейчас лучше покажу, как они едят. Смотрите, видите, он вот идет, и они тут пьют. А еще куда? Сюда вот и догуливает. Дима уже, короче, шашлык почти зажарил, пока я там ос кормил. Блин, ос, пчел. Кстати, меня оса уже за ухо даже укусила. Кстати, красиво выглядит. Вот, короче, что у нас получилось. Всем приятного аппетита. Друзья, вот уже подходит к концу второй день.
Сейчас, короче, уже поджимаюсь опять, вечернюю зарядку, так сказать, сделаю. И уже потом будем спать ложиться. Друзья, всем привет! Уже наступил третий день. Мы с Димой, короче, взяли удочки и пришли на речку. Сейчас попробуем что-то половить. Если что-то поймаем, я потом включу видео и буду снимать. Уже какую-то рыбку поймал. Прикольная такая. Дима уже какую-то тоже фигню поймал. На судака что-то похоже, не знаю. А зубы есть? Да я не знаю, нет. Нету, нету. Дима вот еще одного бычка уже поймал. Кстати, маловатенький, но пойдет. И пока что все. В общем-то, поймали мы всего 4 рыбы там. Сейчас пришли уже сюда на какой-то водоемчик. Хотим попробовать половить карася. Что из этого получится, смотрите дальше. И Дима вот уже первого карасика поймал. Он такой. Вон, кстати, у меня уже что-то клюет. В общем-то, пришли мы уже с рыбалки, поймали где-то 10 карасиков. И все, надоело уже ловить. Пришли, сейчас отдыхать будем, а потом посмотрим, что будет. Друзья, вот уже наступил 4-й день нашего пребывания у бабушки. Мы пришли, короче, опять на этот, на пляж сюда, на Кубани, который находится. Сейчас опять покупаемся. И потом еще с альтушки, скорее всего, попрыгаем и еще что-то поделаем. Смотрите. Сейчас собираемся домой. Вот сейчас, ну, собирались уходить, и вот кота увезли, вот этого. Ну, кстати, печенье даем, но он почему-то не хочет есть, да? На. Вот, печенье валяется, но он почему-то не ест. Ладно, сейчас будем уже уходить домой. Ну, ладно, всем пока. Спасибо вам. Домой, короче, едем. С живым человеком. Пробежится в дом номер 20, Польц Шкалова. Мне скучно ехать. Ищем Витьков, возраст от 25 до 40. Потому что 6 часов ехать, это немало. Что? Здесь, да. Ладно, всем спасибо. Всем пока.